Мы продолжаем идти дальше. Да, идем к водопаду. Это вторая часть нашей съемки. Мы приехали в Лазаревское. Сейчас мы находимся у водопада. Вот. Да. Здесь очень тепло. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот так мы такие вот. У нас здесь... Ух ты, здесь так и... Лиза, это как дзюноката, есть такое упражнение. Да. Оп. Я это разворачиваю. На корчиках. Вот. Ой, тут шипы. Да, здесь шипы. Опа. Так, я думала, что мы один день подвернуть, иначе... Да, ну старайтесь так, чтобы совсем слякоть не наступать. Я поняла это. Ну, дождик же был, поэтому... Ну, соль, я думала, лучше просто ты делаешь, если бы ты не сюда. Включи мне просто. Там просто будет такой. Ну, не знаю, у тебя будет, потому что у меня, блин. Что? Чего, мне кажется, надо тут позже? Мы идем дальше. И думаю, скоро уже придем. Водопаду. Так, ну что, водопад виден? Думаю, надо туда. Еще идем. Ну, мы не прошли еще, конечно, да, 550 метров. Вот такая вот тут растительность. Цветочки. Какие-то начинают расцветать. Все видеоблогеры. Не видеоблогеры, а молодые журналисты, путешественники, музыканты, гитаристы. Нет, мы туда не идем. Вот мы идем сюда. Хотя, может быть, и там тоже можно пройти. Там, может быть, обратно пути пройдем. Может быть, там можно покрутиться, да. Тут дерево уже стало таким мокрым, как будто грязь на дерево. Уже приближаемся. Ну да, по земле это не то. К водопаду. Вот, как мы видим, по моху на деревьях можно определить, как нас учили, по моху на деревьях можно определить северную и южную сторону. Ну, давайте посмотрим. Значит, вот смотрим, если здесь нету моха, то это, по идее, сторона с
смотрит на юг. Вот видите, а вот с этой стороны уже, где появляется мох, значит, эта сторона смотрит на север. Давайте посмотрим еще на деревья. Ну вот есть еще дерево. И посмотрим, как здесь. Оно все в мохе. Видите? Но оно все в мохе, но с одной стороны чуть меньше все-таки вот здесь моха. Поэтому, наверное, все-таки это южная сторона. А вот посмотрите, здесь колышки. И, видимо, посажены какие-то молодые побеги деревьев. Угу. Видите? Вот маленькие, наверное. Вот они, да. Вот. Вот. Я говорю, вот. Природа не тронута руками человека. Ну, да, отчасти. Да. Вот смотрите, много посадок. Смотрите, сколько здесь посадили деревьев. Угу. Маленьких. Видите, здесь лет через 20 они все вырастут. И тогда здесь будет очень это плотно. Засажено все. Молодцы, кто-то занимается этим делом. Хотя, конечно, я не сторонник вмешиваться в правила природы, потому что, как говорится, если надо, деревья сами вырастут. Но, видимо, человек просто их как-то вырубает, а потом, чтобы компенсировать, сажает. Я не знаю. Но вот не написано, что здесь посажено. Видите, как много колышков. И вот там. Вот. Водопад прохладный. Мы еще пойдем. Водопад Красотка, мы уже практически прибыли. Вот он. С правой стороны сейчас будет 50 метров. Итак. Мы... Да, наверное. Итак, мы приближаемся к водопаду. Осталось всего лишь 50 метров. Ну вот вы видите на деревьях, да, опять-таки, с этой стороны нету моха, значит, это южная сторона. А здесь появляется, значит, здесь северная. Вот. Ну, для тех, кто не знал, возможно, все знают. Это природное явление. Итак, вот он. Где он? Вот я иду по такому мосточку. Интересно. Вода. Холодная должна быть. Вон он, водопад. Несмотря на надпись из этого очки выделяющего характера, вот будет так. Эх, улицы стили над головой. Да, и вот, уважаемые зрители, смотрите сзади меня, вот он, водопад Красотка. Почему так его назвали, пока непонятно. Ну, давайте подойдем поближе, может быть, там поймем, почему чудо-красотка. Может быть, здесь есть какая-то своя история об этом водопаде. Давайте будем идти ближе к нему.
один из наших агентов. Так, ну мы пока прерываем вторую часть, сделаем небольшие фотоснимки и потом продолжим уже третью часть.